За чашкой чая в неформальной обстановке председатель областного совета Андрей Федорук встретился с учащимися вузов. Говорили о проблемах, с которыми сталкивается молодежь. Среди них вопрос льготного проезда в транспорте не только в Донецке, но и других городах области. Также Андрей Федорук рассказал о своей студенческой жизни. В конце встречи участники обменялись подарками. Ну, сейчас я узнал поближе о его жизни, о том, каким он был студентом, где он получал образование, как он это образование получал, какие у него были казусы, как оказалось, у него тоже такое случалось в студенчестве. В общем, это было довольно-таки приятное. Очень теплая встреча. Сегодня очень многие вопросы, которые касаются студентов, они обсуждаются депутатами областного совета совместно со студентами. Видят работу власти, которую мы проводим, и самое главное, принимают непосредственное участие в решении тех или иных задач. Я думаю, что это приобретение такого ценного жизненного опыта.